фронтально, потому что такое видео VIP. Сашечка, расскажи мне, что вы experience, когда вы гребете по реке? Когда я гребу 3 часа подряд с клиентами, я испытываю усталость. Очень легко. Нормально. Ну, ради такого вида, я считаю, оно того стоит. Можно хоть 4 часа тут гребсти. Так красиво, просто посмотрите на краски. Это же, Саша, помахай ручкой. Могу даже веслом. Помахай веслом. Опять же, рука тянется посмотреть на мои окна, через которые я буду смотреть завтра с грустными глазами и думать, господи, я же только вчера отдыхала. Куда делся уикенд? Здесь живут наши всякие соседи. Не знаю, чем они занимаются, но очень friendly people. Все нам говорили здравствуйте, доброе утро. Нам нравятся культурные люди. Это какое-то непонятное здание. Это концертная арена. Здесь концерты летом проходят. А, да ты что? Это не Playhouse? Да, по-моему, так называется. Это Playhouse, да, это Playhouse. У нас там будет какая-то вечеринка, но я не помню, когда это будет. О, классно. Ну, можно было соврать для видео, конечно, что это для иноземных кораблей. Это станция НАТО, поэтому мы как лично привилегированные люди. Government разрешается нам гребсти по этой речке. Так что... А, вот это Westport Art Center. Я там никогда не была, но мне рассказывали, что там они делают прикольные всякие штуки. А я здесь, когда приехал, сказал, где скинуть каноэ, заехал сюда на паркинг, думал, вон там по камням нести, потом плюнул на это дело. Заехал там, ну? Ну, крутой спуск. Ну, поехал да. Дальше нашел. Молодец. Место у нас отличное для паркинга, я вам хочу сказать. В октябре поедем куда-нибудь на север, куда-нибудь ближе к Нью-Лондону, даже на Зоар Лейк. Там будет просто офигительная игра красок, чем, собственно говоря, и славится Коннектикут. Тут деревья начинают желтеть, краснеть в разные времена. Сейчас еще зеленых много, но уже листья так опадают потихоньку. Но в конце, середине октября будет просто офигенно красиво. Говорите, когда поедете, если поедете на выходные. Может быть, я присоединюсь. Также клиентов выгуливать. Так что готовь непромокаемую обувь, одевайся тепло. И возьми жилеточку себе. У кого-нибудь стрельно, у кого есть жилеточка. Может, к тому времени я куплю вторую. Вторую жилеточку. Может, каноэ надо будет у кого-то захватить, так сказать. Ты знаешь, я рассказываю друзьям, говорю, у меня есть каноэ, если что, берите, катайтесь. У меня утром заняло полчаса, чтобы загрузить каноэ, загрузить аутриггеры, найти это место, сбросить каноэ вниз, установить аутриггеры. И все, через полчаса я уже на воде. Минуточку для прессы. А что такое аутриггер? А вот это хреновина. Окей. This is outrigger. Не дает нам перевернуться, если вот так. Так, давай не будем экспериментировать, Саша. Хорошо работает. Отлично. Отлично работает. Смотрите, она нас держит, но Ульяна сердце не держится, знаешь. Может быть, лодка ёкает, но сердце ёкает сильнее. Поэтому давайте не будем рисковать. О, церковь красивая. Не знаю, что за церковь. Это какая-то... Ну, это явно не похоже. Здесь хотя... собор, как его там, не знаю. Похоже на католическую. Но, если честно, не знаю. Но в Сандей здесь дофига народа, которые ходят туда. Хотя Вестпорт считается еврейским городом. Так что я сюрприз, здесь нет синагог. Around. Ну, посмотрите, просто какая красота. Какая красота. Ладно, хорош. Давай грести.